Жалко ее. Мы с тобой попали. Да. Белорусская Карелия. Купание запрещено. Как водой посмывало все. Пробуем воду? Давай. А? На дороге. Могли бы реально почистить это. Бизнес делать, эй. Ой, ко мне такой в шлёпке. Надо будет посмотреть, как это место называется. О, вот, боюсь чистить. Кого? Нормальная водичка. Куда-то съел ворот, видишь, а плавник не блядь. Коты? Коты, наверное. Коты? Тычка, видишь? Тычка. Но, вижу. Ноль. Видишь, уровень воды упала на 20, 30, 40, 50, на 6 сантиметров. То есть вода фактически в воде ноль. Как это место называется? Коптевич. Карелии деньги берут за такое, да? 1000 рублей за пару секунд, чтобы съехать. А что меловые карьеры не могут сделать? А мы еще не едем. Ой, ну и так молодцы. Ступеньки сделали. Грандиозная стройка. Ступеньки сделали. Который скоро смоет. Даже палубку не сняли. Ой. Крепче будьте. Парковка.
перешейк вот какой-то. Ебачок.